А вот что больше всего беспокоит жителей нашего города, сегодня выясняла Ольга Попова. Настораживает то, что цены сильно растут. Вот. И пенсии не хватит нам, наверное, дожить еще 20 лет. За будущее своих детей я переживаю больше всего. Что им достанется? Ладно, мы уже доживем. А им что? Сейчас у меня сын заканчивает университет, а дальше что? Опыта работы нету, стажа нету, никуда его не возьмут. Ну и что? Все. 5 лет проучились, деньги отдали. И результат какой? А вот такой. Ну, за будущее детей вообще-то. Чем достанется после нас, после этой политики? Ну, пенсию тоже сейчас переживаю, так сколько ее будет. Я в основном это внуки, правнуки, а в детей моих, у меня 2 сына и дочь, вот, у них все нормально. У них работа есть, деньги получают, и при том неплохие, я считаю, что нормально это все, в общем, все хорошо. Я переживаю, знаете, за что? За то, что, чтобы у нас медицина хорошая была. Сейчас уже нет такой, какая была раньше. Вот. И до сих пор мы живем в поселке. Дети, у нас уже это аварийное жилье, и до сих пор ничего нет. Вот сколько можно. Вот за это переживаем.